Сейчас очень модно снимать обзоры всяких кремов и косметики, поэтому я тоже решил снять. Может, вам понравится. Начну вот с зубной пасты. Смотрите, вот есть такая зубная паста, как бы что это такое. То есть, если у вас, например, воняет со рта, да, вы там неделю не чистили зубы, там лука наелись, то есть можете взять вот так вот на зубную щетку зубной пасты, так чуть-чуть выдавить, почистить, и в принципе через сутки у вас не будет уже запаха лука изо рта. Вот. Дальше давайте. Это что? Это ополаскиватель для полости рта. Тут написано. То есть, если вы, например, бухой, там, ну, напились, пришел пьяный домой, выпил 3 глотка, вот, и, в принципе, если ты рыгаешь, то, как бы, рыгачками не воняет, а воняет вот этим вот ополаскивателем изо рта. То есть, очень полезная вещь для тех, кто любит выпить. Так, дальше. Смотрите, это мыло. То есть, если мы, например, где-то упали, то есть, ну, ты вот идешь пьяный, да, упал в грязь рукой вот так вот, типа, облокотился, у тебя вся рука грязная. Пришел домой, берешь кусочек мыла, помыл вот так руку. Все, то есть, рука чистая. Вот. Также хочу показать полотенце. Можно полотенцем вытереть руку, чтобы она сухая была. Идем дальше, смотрите, это у нас такой судокрем. Что это такое? То есть, если, например, ты там подросток, или там, ну, ты прыщавый подросток, и тебя жестко обсыпало прыщами. Вот так вот намазался судокремом все лицо, вот так намазал, намазал. И, в принципе, через 2 дня посидел дома, и все, как бы, прыщей нету. Ну, что дома сидеть, потому что с намазанным лицом он как бы не отмывается, и выходить куда-то стыдно. То есть или ходи с прыщами, или сиди дома. Вот. Так, вот это у нас что? Такой крем, видите? Как бы для чего можно использовать? То есть если у тебя, например, сухие пятки или раздражение на лобке, ты вот так помазал, выдавил чуть-чуть. Вот так, чуть-чуть. Капельку. Вот так, видите? Вот столечко. Помазал свои пятки, лобок, подмышки. То есть все части тела. И все, как бы. Просто для успокоения души, потому что он ничего не помогает. Идем дальше. Так, это у нас что? Это туалетная бумага. Если, например, ты там съел, короче, каких-то, ну, я не знаю, там, соленых огурцов там и не свежего молочка, то, в принципе, очень, ну, незаменимая вещь. Как бы не оставляет следов ни от чего. Такая в меру жесткая, в меру мягкая. Всем советую. Я как бы пользуюсь Обуховской. Я считаю, что это бренд номер один, поэтому берите все, не пожалеете. Так, ну, в принципе, как бы, я думаю, можно обзор заканчивать. Вот такие вот у меня крема, косметика. Если вам понравилось, я могу вам всем рассказать, где я это купил, где заказывал. Вот, так что ставьте лайки, подписывайтесь и всем спасибо за просмотр.